Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. На связи снова Дровивка. Продолжаем с вами бороться против зомби. И сейчас у нас третий регион, компания. И мы с вами сейчас будем проходить ее. Так, ну понеслась. Потихонечку, ну, улучшил здание, главное городское. Сейчас надо потихоньку докачать все остальное, и потом уже можно нефти много качнуть уже до следующего уровня, городской центр. Так, ну что у нас сейчас здесь будет? Блин, у меня, по-моему, ничего нету, да? Ни аптечки. Это у меня есть аптечка. Лейна Гринсмит. Пока гектора нигде не видно, пополните запасы топлива. Найдем мы гектора или нет, топливо нам пригодится. Ну да. Блин. Мне вообще стрелять-то будет, я не пойму. Хотя я так же стреляю, как и они, в принципе, пиво. Вообще попасть не могу никого. Блин, еле-еле. Это жара невыносима. Почему зомби не гниют быстрее? Ну почему, почему? Блин, нифига себе, у них жизни мало. Ну, сейчас будет делать нормально. А, нет, нифига. Блин, сколько их, ё-моё. Блин. Жесть. Так, все, надо это убить. Впереди целая толпа, стреляйте подрывников. Блин, а я все бочки еще исчерпал, да? Да взрывайся ты, мазафака. Ой-ой-ой-ой. Еле-еле, в бочке стреляешь, не стреляешь, они не взрываются. Так, Джесси Сильверстоун. На заправке можно найти не только топливо, там есть инструменты, которые могут нам пригодиться. Давайте прихватим часть. Прихватим часть. Ну, естественно, мы прихватили. Блин, ну хоть денег дали нормально. Ящики, в принципе, уже не нужны. То есть, ну, они нужны, но что-то они быстро копятся. Так, ну что, на следующее у нас, естественно, пока не открывается, потому что нам надо качать дробовик. Так, что, давайте квест заберем. Сейчас качнем сразу пушку. Так, а нам надо что качнуть? Нам надо качнуть дробовик, да? Ё-моё, 210 надо. Так, ну, так, у нас 1700, да? Давайте множить и улучшим. Так, и тогда надо сейчас бабку позаработать. Так что давайте тогда с вами... Сейчас позарабатываем денежки немножко, чтобы ролик зря не тратить. А он, кстати, это какой? Снайперку дают. Я на самом деле думал, что снайперка, она как бы увеличивает это, какое. Ну, то есть можно прицел, чтобы прицел был. Тут снайперка, она как-то по-другому выглядит. Ладно, давайте тогда в нее и сыграем. Посмотрим. Ликвидируйте всех противников издалека. Как издалека стрелять, если нет прицела? Вот это я вообще не понимаю. Снайперка, это же прицел должен быть. Вот как здесь? Вот на что надо нажимать, чтобы прицел был? Блин, не делайте прицел. Жопа полная. Так, ладно, давайте. Так, куда нам надо? Издалека надо, да? Такой ходит. Не видит меня. А, тут же за время еще, блин. Вот почему прицела нет, не пойму я. Блин, еще и аптечку истратил, блин. Нормально у этого чувачка там. А, это я не аптечку истратил, это такое оружие.
Оно как бы жизнь дает. При выстреле жизнь дает. Так, ладно, что там у нас? Есть. Откуда там? А вон. 3 патрона всего в этом магазине. Но при этом, конечно... Так, 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 где он там последний? Ну, вылезай. А вон. Охренеть, вот я кривой-то, а. Блин, почему прицела нету? Что за хрень? Еще прибежали. Блин. Полная жопа. В этом плане вообще не понимаю. Почему снайперский прицел должен быть? Почему его нету? Вот это бред какой-то. Снайперская винтовка, нету прицела. Как из винтовки стреляешь, короче. Вот это вообще полный параш. Так, ну ладно. Нам предлагают, естественно, сразу купить. За 288 у нас их нету. Как наберем, тогда, может, и купим. Так, уверен? Конечно, уверен. Так, квест прошли мы с вами. Квест прошли, это хорошо. Так, сколько нам на бабла-то дали? Бабла нам дали не хватает. Так, ну давайте тогда мы с вами сейчас еще вот это, как раз вот эту сыграем и вот эту. И, может быть, нам откроется следующее. Так, ну понеслась. Короче, хотел сделать я обзор на PvP, но не буду. На самом деле, не, ну конечно, если было бы более-менее справедливое, возможно, я бы выложил. Но там просто полная жопа вообще. Каждый раз попадается выше тебя, сильнее тебя. И просто тупо проигрываешь. Так. Надо научиться как-то управляться с помощью... На планшете, короче, управлять пальцами. Так, 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 так. Есть. Есть. Блин, нету. Блин, жопа полная. А черт, сейчас взорвется, не берет. Вай, блин, жесть какая. Фуф, пришлось использовать. Хотя, на самом деле, не знаю, можно было, наверное, не использовать аптечку. Потому что, в принципе, он и так вздох. Но, не знаю, я думал, просто когда взорвется, он меня убьет. Блин, аптечки здесь просто, конечно, нужны, мам, не горюй. Каждый раз, блин, проигрываешь, если что-то не хватает. Так, у нас 1700 хватает, так что можно сейчас улучшить. Давайте улучшим его. Так, улучшим мы, наверное, темп стрельбы. Так, есть. Что у нас там открылось? Нет, не открылось. Блин, еще не хватает. Ну, давайте тогда этим сыграем как раз. Сейчас тогда все эти помидоры потратим. И здесь уже по 2 тратится, блин. Раньше по 1 тратилось помидорки, теперь по 2 помидорки. Тоже не круто. Так, ну ладно. Что у нас сейчас здесь ждет? Бейте всех врагов. Ой, там толстяк. Блин, ну я косой, а. Но она, по крайней мере, останавливает. Ой, блин. Блин. Полная жопа. Приходится ножи тратить, блин. Аптечек нету. Ничего нету. Где их взять? Придется сейчас в другие миссии поиграть, потому что либо... В ПВП, чтобы денег заработать и там взять. Так, ну давайте еще один раз сыграем здесь. 510 нам дадут, то есть нам на следующее улучшение не хватит. Придется еще в другой раз сыграть. Ну нормально, сейчас как раз все помидоры потратим.
Блин. Блин. Блин, жесть вообще. Без аптечек вообще жопа. Так, ну ладно, это мы прошли. Нам надо сейчас еще раз пройти, по сути, получается, чтобы следующее оружие апгрейдить. А, мы можем, в принципе, еще раз это сделать. Здесь, не хватает помидоров. А ну-ка. Вот, теперь хватает. Так, и 6 минут осталось как раз. Отлично. Так, давайте. Давайте еще раз, да, сыграем. В третьем регионе уже становится, да, чувствимо. То есть без доната уже тяжеловато играть. Пока проходим, конечно, буду идти до того момента, когда уже совсем будет жопа. То есть невозможно будет играть. Тогда, естественно, забьем. Я в комментариях почитал, там как-то и без доната народ играет. Блин. Блин. Да, тяжело. Блин, вот этот еще неуправляемый, как пока пальцем переведешь в одну сторону, это, конечно, да, геморройно. Наверное, все-таки на телефоне проще играть. Там как-то, ну, экран-то меньше, естественно, там раз, и ты уже повернулся, два, повернулся. А здесь приходится по три раза мотать, чтобы он повернул. Так, что у нас там? 2000 есть. Давайте улучшим. Улучшим еще один раз. Так, что мы там можем улучшить еще? Ну, дает перезарядку, наверное. Так, 206 стало, да? Следующий у нас будет... А, надо чуть-чуть. Так что сейчас, думаю, как раз раз сыграем еще, и она как раз откроется у нас. И пройдем еще одну кампанию в третьем регионе. Точнее, не компанию пройдем, а миссию пройдем из этой компании. Так, что у нас здесь сейчас? Ну, опять, естественно. Блин. Так, перезарядка. Там что-то такое непонятное. Есть. Блин! Приближается прыгун. Прыгун. А, это этот. Ты что, не сдох-то, блин? Ух ты, блин, нормально. Сейчас вот нормально получилось. Так, есть. И мы с вами сейчас как раз апгрейдим до следующего, так сказать, уровня оружия. И нам, видимо, разрешат пройти следующую миссию. Так, давайте улучшим. Вот эту, естественно. Так, все, а следующий нам только нужно центр, городской центр 6 уровня. То есть, ну, придется все-таки вкачать его. Так, ну ладно, давайте, нам открылся. Блин, без аптечки, ну ничего нет, а можно аптечку купить, что ли, или как? Особое, что особое здесь? Это нам не надо. Блин, а где? Нет такого, да? Нельзя. Сейчас, 2 секунды. Буквально 2 секунды, хочу это посмотреть. Магазин, может, тут можно? А, подождите, расходники. Сколько расходники стоят? Так, вот аптечка. 3 штуки, 21. 60-10, да? 60-10. Можешь потратить, блин. А сколько там стоит сейчас 2 секунды? Магазин у меня 350. Одна стоит 100, да?
Ну, давайте, наверное... Блин, купи 25. Давайте одну купим. Одну купим и вот этих мы покупаем. 25, ладно. Еще... Нет, ну ладно, пока не будем. С одной попробуем. Так, все, понеслась. Там что сделалось, нет? И минута осталась. Нельзя, ладно, давайте. Как раз пройдем и следующий уже апгрейдим. Так, ну понеслась. Так, заправка, что-то там вторая часть. Коннор Флинн, ну да. Да не, на самом деле с топливом сейчас все нормально. То есть оно очень много появляется и при этом не тратится в основном. Коннор Флинн, таскать ящик в жару, об этом-то я и мечтал. Опять он будет таскать, а мы должны его спасать, по сути. Так, вон она. Блин. Ну нифига себе. 100 раз надо выстрелить. О, там пластики, блин. Давайте гранату кинем. Нормально, только это не сдох почему-то. Отлично. Сейчас будет хорошо. Отлично. Отлично. Ну так себе, нормально. Они еще, блин, не умирают с первого раза. Как он в башку попасть, блин? Так, о, смотри, сейчас что-то будет. Нормально. Блин! Использовал опять аптечку. Вот нахрена я ее использую? Потому что большой экран, блин, и... Блин, а самое главное, я хотел ее изменить. Ну, то есть поменять местами, чтобы она не нажималась на меня. В итоге она не получается, там нет такого изменения. Блин, только зря потратил. Жопа. Джесси Сильверстон, со мной только что связался Гектор. Он на посадочной площадке, мы должны его защитить. Мы должны, вот это вот мне больше всего нравится. Мы должны, и всегда я должен что-то делать. Почему, если мы, то это не помогают эти. Так, ну все, мы с вами прошли очередной квест. Ну, как квест, очередную линию сюжетную. Так, вот как раз оружейная улучшилась. О, Майкл Беннетт 7 стал я. Отлично. Так, что у нас тут дальше? Следующий на сколько надо? Следующий долго. Так, ну тогда мы на этом как раз и закончим этот ролик, чтобы он большой слишком не получался. И в дальнейшем уже когда накоплю, улучшу, естественно, мы с вами будем дальше проходить. Опять же, будем проходить до того момента, когда будет совсем жопа и невозможно будет проходить без доната. Так, ладно. Мы на этом посмотрим. Сейчас только посмотрю, сколько стоит. До 600, 2040, да? Так, а что я еще могу улучшить тут? Пока что. Вот это, давайте это улучшим. 1080. А потом мне просто придется ждать какое-то время. Нет, давайте тогда уж лучше это улучшим. Все, пусть улучшается. Все, тогда на этом заканчиваем. Все, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.